Через неделю начнет работу детский лагерь «Адигитрия». Он расположился на месте бывшей базы отдыха «Жарок». В апреле его передали Братской православной епархии в безвозмездное пользование. Ремонтные работы закончены, осталось пройти проверку межведомственной комиссии. По словам специалистов, программа в лагере будет особенная. Она научит детей правильно принимать решения. Игры и развлекательные мероприятия, конечно, будут, но духовное и нравственное воспитание здесь все же на первом месте. Как нам сообщил священнослужитель и руководитель лагеря Антоний Васильев, «Адигитрия» откроется 2 августа.